У Бьюгати будет новый руководитель. Новым главой Бьюгати станет руководитель спортивного подразделения Audi Sport Стефан Винкельман. За этим последует и ряд других кадровых перестановок. Как сообщает Autocar, о них будет объявлено на автосалоне во Франкфурте. С 2013 года пост руководителя Bentley и Бьюгати занимает Вольфганг Дюрхаймер. Это уже второй его срок на этом посту. Первый был с 2010 по 2012 год, а в промежутке, образовавшимся между двумя этапами карьеры, Дюрхаймер занимал пост главы отдела исследований и разработок Audi. Контракт топ-менеджера с Bentley заканчивается в середине 2019 года, но ходят слухи, что после выпуска на рынок нового кабриолета Continental GTC Дюрхаймер хочет уйти. До появления в Audi Sport Стефан Винкельман на протяжении 11 лет, с 2005 по 2016 год, возглавлял компанию Lamborghini в Бьюгати. Он будет отвечать за вывод на рынок новых модификаций гиперкара Chiron. На посту руководителя спортивного подразделения Audi Sport его заменит Михаил Юлиус Ренц. Карьера Ренца в Audi началась в 1994 году. В компании он занимал различные должности, связанные с продажами и маркетингом. На данный момент руководит подразделением Audi, отвечающим за продажи автомобилей в Китае. На эту должность Ренца назначили в 2015 году. Источник: Autocar. По материалам сайта newsgra.com.